Всем привет, с вами Богатейший Ди. Прежде чем мы начнем, я по-быстрому попрошу вас, если вы еще не подписаны на этот канал, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Реально, это очень мотивирует. Спасибо. Теперь давайте перейдем к сегодняшнему видео. Трейдер сделал невероятный прогноз цены XRP в $1000 за токен. Действительно потрясающий прогноз, ребята. Давайте углубимся в детали. Третья по величине криптовалюта в настоящее время оценивается в 30 центов. Но согласно одному трейдеру, в ближайшие годы XRP достигнет отметки в $1000. 7 января 2018 года XRP достигал своего рекордного максимума около $3 за токен. И теперь, согласно трейдеру Анис Фани, надеюсь, я правильно прочел его имя, XRP может увидеть рост более чем на 33% от этого пика. Однако трейдер четко объяснил, что число не взято из воздуха, а основано на уровнях Фибоначчи, перенесенных из предыдущих минимумов на новые максимумы. Он также предупредил, что для этого прогноза нет установленной даты, это может произойти уже в ближайшие 3 года, ну или через десятилетие, как он сказал. Это не фанатичное предсказание беспорядочных цен. Цена основана на уровнях Фибоначчи от предыдущих минимумов до новой, самой высокой цены за все время. Это работало на 100% с самого начала жизни XRP как цифрового актива. Чтобы достичь этих целей, многое должно произойти, но это возможно. Представленная свечная фигура предназначена только для познавательно-образовательных целей. Никакие даты к целям цены не привязаны. Для достижения всех целевых зон может потребоваться 3 года, 10 лет и даже больше. И вот его график цен, кстати. Еще в апреле прошлого года Дэн Морхит, генеральный директор Pantera Capital, заявил, что весь криптовалютный рынок может легко дойти до $40 триллионов. Ну, ребята, если, как говорит трейдер Анис Фани, XRP вырастет до $1000, то только рыночная капитализация Ripple превысит $41 триллион. Если учитывать, что текущее предложение Ripple никак не изменится. На вопрос о реалистичности его прогноза и как он вообще до такого додумался, трейдер ответил: «Такая же история была, когда XRP стоил половину цента. $3 для него тогда казались нереальной отметкой. Но в этом мире нет ничего невозможного. Ценовые цели основаны на уровнях Фибоначчи, и до сих пор это работало на 100%. Никто не может сказать, как будет выглядеть будущее, но это не повод для невежества. Посмотри на прошлое и нарисуй будущее». Другой энтузиаст XRP согласен с этим, и он ожидает, если не 1000, то как минимум $500 за XRP уже в 2021 году. Тем не менее, люди настроены скептически, так как говорят, что только XRP не может иметь рыночную капитализацию в $41 триллион. Ребята, что я думаю об этом? Я думаю, у этого трейдера действительно хорошие мысли, но я не собираюсь говорить, что XRP определенно будет столько стоить на протяжении следующих 3 лет. И даже 10 лет. Я ведь реалист, хотя иногда и бываю фантазером. Когда XRP стоил половину цента, люди сказали, что $3 это просто что-то невозможное. Люди говорили: «О, XRP никогда не достигнет $2, а уже 3 это фантастика». А все мы знаем, что было, и все скептики куда-то резко испарились. Когда-то в прошлом даже те цены, которые мы наблюдаем сейчас на рынке, казались невозможными. Как вы думаете, о чем думали первые люди, когда инвестировали в Amazon? Думали ли они, что покупая акцию за $10, они смогут продать ее за 1700? Навряд ли. Скорее всего, они думали: «А, да, все в порядке, мы заработаем немного денег». Но даже в самых дерзких своих мечтах они не думали, что эта покупка будет настолько успешным вложением. Так что я думаю, что даже такой нереалистичный прогноз для XRP может оправдаться. Но это, ребята, не финансовый совет. Кстати, ребята, недавно я опубликовал интересный кейс у себя в телеграм-канале. Если этот пост в телеграме наберет 10 тысяч просмотров, то я сделаю подробный видеоролик о том, как зарабатывать до 2% в день на арбитраже валют. Ссылка на телеграм в описании под видео. Ну а теперь ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями, обязательно богатейте. Меня зовут Богатейший Ди, скоро увидимся.